феврале 2015 года украинские военные вместе с журналистами показательно зашли в Широкино и произвели его зачистку. Сил ополчения в этот момент в селе не было. Украинские военные изобразили наличие противника, вели беспорядочную стрельбу и якобы зачистили этот населенный пункт. После ополченцы вступили в бой и выбили из большей части Широкино вооруженные силы Украины. ВСУ окопались на близлежащей высоте и оттуда планомерно ведут обстрел этого поселка. Каждый день на головы ополченцев сыпятся мины, периодически по ним работают танки и АГСы. Регулярно происходят обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и шилки. Ополченцы ведут ответный огонь из АГС и пулеметов. Так сегодня выглядит Широкино. Частные дома выгорают полностью после попадания 120-миллиметровых мин и зажигательных боеприпасов украинской армии. Когда мы приехали, начался небольшой бой. Украинская сторона открыла огонь, ополченцы дали ответку. С нескольких позиций ополченцы вели огонь из АГС и пулеметов. А теперь слушаем. Каждый день так называемого перемирия Широкино все больше и больше стирается с лица земли. Добровольческие батальоны чеченцев и правого сектора не перестают вести огонь по Широкино, планомерно уничтожая его день за днем. Мы вместе с ополченцами прошли по Широкино и хотели выйти к морю, когда наш путь был замечен украинской стороной и нас обстреляли минами. Где-то рядом сидел наводчик и корректировал работу минометного расчета. Центральный? Ну да. Центральный? Да, второе, после балкона. А ну туда, фугани чуть-чуть. Тихонечко, одиночными. Я не вижу где. Так там может наши или как? Стой, стой, стой. Тут. Там наши. Ну. Отбой. Вся пошевельнула. Пришлось немножко полежать на земле. Никаких последствий обстрел не вызвал. Нормально? Да нормально, нет. Нормально. Просто лег, сказали лежать. Что, да Андрей карась битый. Он уже в этой Сирии побывал. Мелкий. Чё? Нормально все? Да. Нахуя себе. Сейчас как шмальнул. Глаза где-то нахуй. Так. У них походу где-то глаза сюда туда. Андрюшка, рисковать не хочется, кажется, это по твою душу охотится. Ну, типа по нашу. Не хотят, чтобы мы на море попали. Вот, суки, купальный сезон обламывает. А, ты, наверное, плавки забыл, да? Уже после начался очередной обстрел Широкино. 18:20 Широкино. Украинская сторона снова открыла огонь по позициям ополченцев. Открыли огонь первыми. Весь день провоцируют. Сейчас нас обстреливают из АГС и крупнокалиберными пулеметами. Иди сюда лучше, сядь, там шифер один.
Все началось по классике. Сначала обстреляли АГСом, затем крупнокалиберным пулеметом. Вдобавку начали работать два расчета минометов. Блядь, что за воги? Что у меня там... Это разрыв снаряда из ПГ-9. Украинские военные ведут обстрел с максимальной дистанции. И зачастую снаряды, не долетая до позиции ополченцев, самоподрываются в воздухе. Сейчас ополченцам очень пригодились наши бронежилеты от фонда «Спаси Донбасс», так как регулярные обстрелы грозят осколочными ранениями. Сейчас будет крыши кромсать. Как только была замечена новая позиция крупнокалиберного пулемета ВСУ, ополченцы перенесли АГС и подавили огневую точку. Без 28, вот уже почти 2 часа украинская сторона обстреливает позиции, ополченцы огнем АГС давят их сопротивление. Какие-то они трусоватые, как только по ним из АГС ответят, сразу глохнут. Тут уже за день вторая хата сгорела. Я как вот нахожусь здесь 2 дня, вижу, что хаты ополченцы не трогают. Но вот обстрел с украинской стороны уже вторая сгорела за сегодняшний день. Всю ночь силы украинской армии продолжали обстреливать поселок Широкино. За этот день сгорело 2 частных дома. В селе многочисленные разрушения частной собственности мирных граждан. Полную картину происходящего в Широкино вы увидите позже, когда позиции станут неактуальными. Андрей Филатов для фонда «Спаси Донбасс».